Как ты сказал? Слава. Как? Ну хрюк ничего не. Ну хрюк. Там. Давай начнем сначала. Давай. Закончишь, чтоб начать. Ну да. Куда ты пошел? Домой на обед. Сергей, да? Он Артем появился. Где? Где он? Где он, черт? А, Артем? И... Артем, выходи, что ты? На обед? Ну я тебя снимаю. Там-там-там-там-там. Так. Мастерская. Так, Шура. Смотри. Я тебя снимаю. Понятно. Чё? А вот и Артём, да? Чё, кого там снимаете? Ага. С кем? Это Слава. С кем он здоровался? Ничего? Секрет фирмы, да? Задан, да? Ну что ж. Володя, здорово. Здорово. Что там делаешь? Просто снимаю. Проверяешь? Чё, Володя? Весь в проблемах, в печали, блин. Ну ладно, пойду я. Ты чё бегаешь? Да ладно, ладно, не понтуйся. Шура там ещё. Ну чё, говорите что-нибудь. Чё так? Просто на рай, да? Еще сейчас выложу. Есть наших американских друзей. Салют. А он там же. А что там проверяете? А, это полицейская академия, что ли? А ты в магазин когда был? Когда я был в магазине. Ну. В магазине Юмок. А что там снято было такое? Это флажки ваши. А, это наши флажки. Опа, Сергей там что-то делает, да? Чё? Да не тебе. Ну ты не отмазывайся, я тебя все снимаю. Вот ты, Артём, человек скрытный, явно. Так, ну чего тут интересного? Нет. Шура что-то отвернулся, как ты тут уставился. Ну-ка, что ты там делаешь? Смотрим. Ну что, сделал? Аппарат. Нет? Это же аппарат. Это тот самый, да, который с декодером, что ли? Это другой. Другой, да? Совместное производство. Твой не сделал. Морец Хейман. Once upon a time.
однажды на принято в стране, которая называлась Аграя, но счастливо. Так, сейчас отсюда в кабинет. Так, что мне нужно сделать сегодня? Да хрена чего. Ладно. Николай Иванович. Ну просто так. Кассеты все равно придется испытывали. Так, это Николай Иванович, да? Сейчас так. Филин. Так, часть третья, да? Зубастики. Жжик. Вот, вот Николай Иванович. Ладно, заходите в кабинет. Я за вами. Я говорю, Николай Иванович, рождаемся, живем, умираем. Что делал, да? А это не я, это я к Мирошнику дал. Что было? А там, в этом механизме, ну, знаете, узел трансфокации, он не регулировался. И там просто что-то, она там слетела, что ли, спазла, так, штырь. Понятно. Женщина лучше знает. Да? Не хочет? Хватит. Так, может, это Николай Иванович, наш директор, да? Очень серьезный человек, как говорится. Ты куда это все снимаешь? Да просто так. На той же кассете, которую мы испытываем. Так что не бойтесь. Да, что не бойтесь. Так. Приборов куча. Телевизор. Ладно, счастливо. Так, кто там приехал? Криптон Гонсалес, Гонсалес. Ну-ка, сейчас посмотрим. Попусти, Артем. Так, никого нет, да? Кто там? Николя пришел, не? Нет. Прям вообще. Доставкой надо. Не, просто запечатлеть. Я говорю. Ладно, не буду говорить. Ой, ну елки-палки. Ну кто тебя будет ругать за сигарету? Ну. Да и вообще ужас какой-то, да. Проще было. Я уже выключил. Проходи. Ну ладно, иди, я включу. Чай, говорю. Я включу его. Нет, выключай, говорю, чайник, все, не пойду, все. Я откройте, полиция. Пленка дойдет. От судьбы не уйти. Я не знаю. Все, ну хватит, выключай. Хорошо получилось? Ну вот. Ну ладно, Галина, иди в магазин, там могут быть клиенты. Нет. Чего ты боишься-то? Опа, прилавка, Серега здесь. Прилавка сними. Да? Не надо. Ну пойдем в магазин, Галина. Я курю. А? Покурить? А здесь курить нельзя. Видишь, написано, no smoking. Запрещается курить. Я читать не могу. Ну ладно. Да, те же самые лица. Так, так, так. Ага, Леонид Иванович, да? Ой, блин. Ну что, хай Гитлер? Куда ты закрываетесь? Так, так, так. Зайдем в кабинет его. Ага, музыка, отлично. Спасибо. Так, вот Леонид Иванович, за рабочим местом, да?
Ты что, с обновкой? Не это. Коля Мирошник ремонтировал. Шпион старый. Я думал, ты прям... Так, сколько там? Сахар есть, да? Отлично. Кончился. Что-то забыли? Нет, что? Спросить, что за скидочка. Ну, в общем, это Леонид Иванович. Там что, что думать? Че, Шура? Кино смотрим? Так, что-то Шуру плохо вижу. Прокопец. Самоховец. Пацана выбросили. А где Афанасий, а, Шура? Он будет сегодня? А, Шура? Афанасий будет сегодня? Не доехал, он в Томске. Не доехал? Надо еще Афанасия заснять, как говорится, на память. Че, Дима, обалдеешь, что ли? Кино смотрим, да? Так, сколько времени? Сколько ты сказал? 10:15:09. Не понял. Без 15:09. Ну, я и говорю. Без 15:09. Так, без 15:09, да? Ладно, надо будет работать до упора. Не надо. Александр. А что вспышки-то нету? Когда вспышка-то делается? Зерно запишет. А? Любой что? А, Александр. Я думала, это самое. Ну, здрасте. Привет. Ну так, здоровье, Кати. Стоит своей Катей. Ну она хоть придет, не? Александр. А, Лилия Александровна, у меня вот заявка, то есть не заявка, вот квитанция, да, и на ней написано фамилия Бельская. Что? Это не ваша родственница? Нафиг нужны родственники. А в каком районе? А я не знаю. Черемушка. Это этот, если в Черемушках. Эдка побежала сегодня на практику. А что за практика? Ну, проходит же еще практику. А после этого на спортивное занятие, да? А вот и Коля Мирошник. Ходит курица задом, да? Пятница. Ну-ка, поворотись-ка, сынку. Он боится показать, что у него это самое. Что ты там делаешь? Ну, поворотись. Че ты строишь себя, урода морального? Ты меня достал. Ну убери бумажку-то. Начальник пришел. Ну здрасте, Афанасий Яковлевич. Здрасте. Здорово. Как дела на боксерском поприще? Скрутил ножи, как ребя дела, потому что прошу. Аха, Гитлер. Как же? Как насчет этого приветствия? Да, как там Мария? Ты спросишь сам у них, как она там, видишь? Идешь себе мне что-нибудь. Визуально. Так, Коля, крупный план. Коля, выходи полутрусить. Слушай, хватит ломать комедию, а? Все, фотографии пустим. Ну, показал тебе. Пиздец пальцы. Да? Пойдем. Иди. Напоследок. Так, ну ладно. Пойдем снимать Колину машину. Так. Нормальный кого? Так, вот и Колина машина. Toyota Celica Camry. Так. Ну-ка.
Toyota Celica Camry. Ну-ка. Номер А124ЕО. Так. Чик. Вот там, кажется, смотрит Коля. Так, посмотрим морду. Так. Ну ладно. Пошел я. Слава, как это пизданет что-нибудь, да? Как это самое? Давайте Славку с ним. Ну, начальник поехал. Снимай, снимай, снимай. Иди на это самое. Иди, последний шаг. Иди, Слава, пока машина. Когда нас не будет, Славка, будешь смотреть. Начальник из машины. Забыл. Слава, иди, когда выходит начальник, Слава. Ну, я срежу. Так, сейчас скрытая камера сниму. Надо, чтобы он улыбался. Надо ему сказать, улыбайся. Когда я ему скажу, так он пристанет. Ну, хоть слышим. Я ему сейчас скажу. Сейчас вдарит. Вот сына посадил, вечные какие-то приключения. Давай. О, прям фару давай. О. А его вмятина хорошая. Это шмятина? Да, его засадили во все капитали. Чайков. Ну что, Шура, заходи, гостем будешь. Чайковского сейчас заварим. Ну давай. Ну. А что куда? Что, продали, что ли? А, Коля. Что ты с ним сделал? Стол включает. Идет? Орел? А? Орел? Барабанщик. Гимназист, да? Сейчас бы гитарку, да? Это гитару. Скрипчу. А ты умеешь играть, да? На гитаре? Когда-то умел, сейчас уже нет. Что, разучился, что ли? В детстве баловались. А, Шура, хочешь, тебе прикол покажу? Сейчас. Афанасий Яковлевич, ну-ка поворотитесь-ка. Не, сюда зайдите, не вижу, зайдите сюда. Давай. Маты, бляха. Где она, мать? Антенная бригада. Да, Афанасий Яковлевич, такой кто сейчас? А хуй, не знаю. Не, уже не профсоюз, да? Я почему профсоюз? У тебя вопросы есть ко мне? Ну я просто хочу знать, кем вы сейчас являетесь. Профсоюз не освобожденный. Пенсионер. Кем он является? Ну это пенсионер у меня кому-то. Ну и что же, вот пенсионерки писать. Это еще техника безопасности, что ли? Да, ты уже списался. Остался Камеш у нас, все. Камеш? Да. Все. Камеш он сверху подпись, расстрел, без предупреждения. За несдачу денег, да? Ну. А у него тоже, по-моему, чай здесь, что ли? 88-го года. Ну что с аппаратом? Бабки купил и сандрюзы. 88-го. Это что, бобинник, что ли? Как ты их делаешь? С субботы взять или воскресенье поедут. С младшим пацаном. Чайник что, перегорел, Слава? Чайник? Да. Ты, наверное, не в ту розетку воткнул. А что там, одна дубовая, что ли? Да, там левая дубовая. Ну, он чуть-чуть нагрелся и все. Нет, греется. А какая там дубовая? А вон слева, которая. Ну, сейчас она правильно включена. Я вправо воткнул. Значит, я правильно сделал. Ну. Отгадал. Вчера здесь меня принимали. А, здравствуйте. А, чё-то не вижу. Ну, в зависимости от Слава, женщины. Слава, секс-шоп. Чё, комплекс? Стараются реализовать. Я тут при чём? Девочка, поворачивайся. Не надо. Давай не будем дурака валять. Дай кофе человеку попить. Я буду шопом.
Но. Алина Александровна Бандаши будет. Я уже договорился, только. А, сегодня бесплатно, да? Ну что ж. А, типа это, сегодня день благотворительности. День благотворительности. Что ты нам сказал, а? Непонятно. Все равно меня не поймаешь. Шура, слушай. Че ты как этот, блин? Не надо. Ну так, че ты как маленький, сам. Покажись. Да че показываться? Ты же видел. Ну, давай. Вот и все, видел. Так, ладно. Надо делать телевизор этот. Шура, ну что там, определился с этим, с эфиром? Ты скажи, какая там неисправность была, с чем его сдавали? Мне мужик принес. Приятно восхищался, Лавра Сарауи на радио Европа Плюсача. Все, внимание, вы. Кто не выходит? Не. Мы уже покушали? Нет еще. А жрать нечего. Артем! Что, поставил не совсем? Пошла, да? Пока, да. Иди сюда! Да не, не это! Иди сюда! Вот у нас сидит Серега. Ебец он с протяжкой. Только не надо с дикарем будет. Не подходит. Слава, что-то залупился, блин. Ни хера себе, ладно. Это тот же самый фильм, да? Угу. Не кончается, блин. Говори, Артем. Что-нибудь говори.